Ну, пока так. Немножечко стесняются, тем более есть чего. Тут, пожалуйста, лихая тройка уфимцев. Ой-ой-ой! И вторая шайба в контратаке. Боялись не зря. Ну вот... Ой, прекрасный, прекрасный ракурс. Смотрим, вот один пошел на ворота. Это был Воробьев, но именно он и оказался за прошлой шайбой. Дмитрий Кугарша, прекрасная передача. Скинули на фланг. Всегда, когда говорят, 3 в 2 выходишь, лучше на фланг скинуть, потому что тот, кто по центру бежит на ворота, именно так и сделано, как на тренировке. Буквально, да, и Воробьев не стал останавливать шайбу и искать Сошникова, который был справа, а именно подставил. Сейчас задача юлаевцев понятна какая. Переломить ход этой встречи, добиться любого успеха. Вот сейчас Воробьев! Момент. Гол! Миша Воробьев! Да, Миша Воробьев вот этим блестящим своим гостевым броском в дальний угол. Ну что, Сева, что в этом матче делает Миша Воробьев? Во-первых, вы помните тот момент, когда он вывел Александра Нестерова под бросок. Идеальная с точки зрения передачи была организована этим молодым форвардом. Ну сколько ему лет? 19-то еще нет. И он один из лучших сегодня по количеству моментов, созданных у ворот сочинского клуба. Миша Воробьев, молодец, молодец, парень. Ну вот, первый успех есть.